Трасса 101. Приветствую в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Россиян опять пугают дефицитом автомобилей. На этот раз такую ситуацию может вызвать нехватка электронных компонентов для системы эроглонасс, тахографов, приборных панелей, ЭБУ и так далее. Производители всего этого сократили объемы из-за пандемии, а нарастить их моментально нельзя. Речь идет в том числе о многодневном выращивании кремниевых кристаллов. Впрочем, нехватка авто угрожает не только нашей стране, но и многим другим. Трасса 101. Система контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов. Что это? Такое название может получить открытая электронная база данных, о создании которой задумались российские власти. Правительству она поможет лучше контролировать расходование выделяемых денег на ремонт дорог, а рядовые водители смогут узнать о состоянии автотрасс там, где они планируют проехать. Ожидается, что в базу попадут сведения о дорожных работах, местах ДТП, состоянии дорожного полотна и так далее. Трасса 101. За последний год новые легковые автомобили в России подорожали в среднем на 13 с лишним процентов. Это выше уровня официальной инфляции чуть ли не в 3 раза. Средняя цена легковушки без пробега сейчас приблизилась к 1 900 000 рублей. Продажи новых авто в начале этого года немного просели, но игроки рынка надеются на возвращение к прошлогодним показателям в начале весны. Трасса 101. Женщины-водители в нашей стране получают штрафов за нарушение ПДД почти в 3 раза меньше, чем мужчины. И неудивительно, информирует издание «За рулем», мужчин за баранкой у нас по-прежнему больше. Самым распространенным в прошлом году был штраф в 500 рублей. На втором месте взыскание в 1 000, далее 1 500 рублей. Трасса 101. Визит на заправку – событие малопримечательное. Залил топливо и все дальше по делам. Однако это изменило жизнь 40-летней жительницы американского штата Мичиган. На ЗЭС она приобрела билет в моментальной лотерее и выиграла $500 000. Теперь миссис собирается купить новую машину, а заодно и новый дом. А в России такой суммы хватило бы на несколько авто и несколько квартир. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.